Так, мы сено развозим. Развозим сено, утепляем лодки. Солнце у нас сегодня, да? Мороз и солнце, день чудесный. Нифига он, правда, не чудесный, потому что очень холодно. Все нормально. Очень неудобно сегодня снимать, снег, мокрый телефон, мокрые руки. Хочу рассказать сегодня вот об этой семье. Вот они у нас сидят с щенков. Вот уже 4 года они сидят с щенков. Родились такими, бесхвостыми, они гладкошерстные. Они очень контактные ребята, очень контактные. Очень хорошие. Вот щенков сидят, таких вот очень жалко. Очень, которые сидят прям щенков и что, всю жизнь будут жить, до конца своих дней проживут у нас в приюте, вольеры, да? Неужели никто не жалится и не возьмет себе? Они ведь шикарные, они хорошие, они красивые, они ласковые, они очень добрые, да, маленькие мои? Вот сидят 4 года уже. Щеночков, прям щеночков у нас выросли. Вот такие без хвостиков родились, да? Ты улыбаешься. Два мальчика и девочка. Моя девочка рыженькая поменьше. И два пацаненка. Добрые. Хорошие ребята. Правда? Скажите, мы хотим домой. Неужели, скажи, нам не найдется семья? Вот таких мне почему-то жальче всего, которые вот попадают в приют и живут в приюте до конца дней. Ну, у нас минус 22, снег хрустит. Ночь пережили, да? Да?
Да, мой хороший. А это наш парень тоже. Хороший, ласковый, сидит. Новый кошатник в бытовке. Вот, только-только вот доделали его. Все зашили и потолки новым. Линолеум, лесенку уже сделали. Полочки. Эту полочку, конечно, не зря, наверное, сделали. Ни туда, ни сюда. Ну, ладно. Так, сейчас я здесь приберусь. Обогреватель у нас тут очень тепло. Вот Надин подарок. Спасибо, рециркулятор. Значит, здесь... Вот такой вот у нас тоже кто-то дарил. Не помню, кто-то на Киевске привозил. Очень, кстати, горячая вещь такая прям. Вот, обогреватель, значит. Супер. Сейчас я здесь приберусь, и мы сюда пересадим котят. Вот. И окошко у нас тут есть. Здравствуйте, друзья, с вами Лохматая Душа. У нас очередной малыш, девочка. Назвали Джози. Ребят, это очередная игрушка, которая пожила в семье немножечко. Возможно, ее подарили кому-то на Новый год. Но после она стала не нужна. Друзья, пожалуйста, обдумывайте хорошо свое решение, когда вы берете животное. Они живые, они не игрушки. Им нужна помощь, им нужна наша защита. Это просто ребенок. Друзья, я прошу вас. Прошу помощи для Джози. Прошу вашего понимания, прошу вашей поддержки. Приют без вас не выживет. Сейчас, после праздников, мы находимся в очень тяжелом положении. Я прошу вас, мои хорошие. Я вас очень прошу. Помогите, пожалуйста, нам. Отзовитесь. 100 рублей для вас, даже сейчас. Я не думаю, что это огромные деньги. А для приюта это огромная помощь. Прошу вас, мои хорошие, отзовитесь. И дай Бог вам счастья. Спасибо.